Ого, Владюша, это ты разрезаешь такой большой кусок теста? Угу. Он еще и разноцветный. Просто все смешали, да? Ты смешал сразу все цвета? Да, я взяла такую ватику. А чем ты разрезаешь? Вот этим ножиком. Покажи, какой у тебя ножик есть. Такой. Вот такой ножик. А где ты его взял? В магазине, конечно. Конечно, в магазине? Очень интересно. Вот это у тебя кусок теста. Все-все цвета смешал, да? Такой детский. А ты любишь цвета смешивать? И прикольненький очень. Можно теперь сделать разноцветную машину. Да, из разноцветного теста можно сделать? Вот такое тесто получается. Да? Я веду, да. Оно такое мягкое-мягкое. Так что, машину делаем? Нужно открыть формочку. Смотрите, я все... Да. Сюда сложить тесто. Оно все тесто. Большого тиска покрутила. И что, открывай машинку, что там получится? Будет машинка? Ну так ты же ее вытаскивай. Вытаскивается? А ну-ка смотрим. Получилась машинка? Ну, даже посмотреть. Вот этот вот лишний надо убрать. Ну, получилось. Просто она разноцветная, да? И непонятная. Ну, в общем, когда машинка разноцветная, то непонятно, похожа она на машинку или нет. Я кулаком теперь? Ух ты, вот это ты силач. От машинки ничего не осталось. Кусочек теста, да? Такой. А вот эту кучу ты сможешь кулаком раздавить? Ого. Вот это у тебя кулачки. Вот так можно с тестом работать, да? А еще? О, еще можно его закатать. Неестественно, да, применение качалки. Ого. Да-дам! Вот такой получился кусочек теста, да? Та-дам! Владюш, любишь с тестом играть? Угу. Это отличное занятие для детей, тесто, да? Что может быть интереснее? Еще тигасика. Восемь. Вот это да. И старый тигасика. Смотри, сколько газиков. Очень круто получается. И второй газик. И шестой. И весь. Девять.
так можно использовать качалку, да? Продавливать такие ямочки. Угу. Такие детки. Покажи, какая у тебя качалка. Вот такая. Что там такое? Это Мариса ходит, Владюнь. Вот такие у нас кусочки теста красивенькие. А теперь приедет машинка, да, и все это поубирает и позагружает. Шкаф. Шкаф. Отойдите отсюда. Вот шкаф. Качалка интереснее, да? Очень много, классно, Владюш. У тебя отличное занятие. Тесто это очень здорово. Посмотри, сколько газиков. Прикольненько. Ой, кто это тут качалка тянется?